24 января на базе Каспийской гимназии номер 11 состоялся телемост под названием «Город трудовой доблести». Он был организован Ступинским историко-краеведческим музеем совместно с движением первых для воспитанников старших классов. Цель проекта – это патриотическое воспитание школьников и расширение дружеских взаимоотношений между сверстниками других городов трудовой доблести. Сама идея проекта заключается в том, чтобы дать детям, участникам сегодняшнего мероприятия, понимание важности такого высокого звания, как город трудовой доблести, и объяснить детям, как каждый город внес свой вклад к победе в Великой Отечественной войне. Телемост объединил 62 города трудовой доблести по всей стране. Участниками проекта стали флагманские школы городов, молодежные центры и активы. В среднем от каждого муниципалитета участниками теста стали от 30 до 60 ребят. Отметим, что до мероприятия были разработаны открытки трудовой доблести во всех городах, на которых изображены наиболее узнаваемые достопримечательности. А на обратной стороне краткая информация, которая рассказывает о причинах присвоения высокого звания городу. В завершении телемоста воспитанники Каспийской гимназии номер 11 подписали открытки другим участникам и отправили по адресам.